подзаголовок «Еврейское сопротивление 45-47 годы. Подписи к фотографиям». В 45-м году три боевые организации еврейского Ишува – Хагана, Эцель и Лехи – действовали совместно против английской администрации в рамках так называемого «еврейского сопротивления». После взрыва отеля «Царь Давид» в Иерусалиме Хагана начала преследовать Эцель, сотрудничая с англичанами. Сезон. Эцель и Лехи продолжали вооруженную борьбу до 1947 года. 1 ноября 1945 года. Подрывники Хаганы взорвали железнодорожные пути в 200 местах. Эцель и Лехи взорвали железнодорожную станцию в Лоде. 1947 год. Эцель и Лехи вновь атаковали железные дороги. Иерусалим, 22 июля 1946 года. Отель «Царь Давид» взорван Эцелем. В отеле размещались учреждения британской администрации. Акко, 26 апреля 1947 года. Эцель взорвал стену тюрьмы и освободил заключенных. Подзаголовок «Политический фронт» в кавычках, 45-47 год. 46-й год. Корабль «Макс Нордау», корабль нелегальной Алии, 1700 человек на борту. Всего за этот год прибыло 22 тысячи человек, 22 корабля. Бен-Гурион, 45-й год. Грустная, очень грустная победа. США. Евреи демонстрируют против английской политики в Палестине, в кавычках. Габриха. Бегство евреев из Европы через Альпы из Австрии в Италию.